система с массивом солнечных панелей на 600 ватт, таким же небольшим китайским гридом. Человек занимается разведением аквариумных рыбок, постоянное потребление у него 600 ватт всегда есть, поэтому данная система, я думаю, будет отбиваться, окупаться недолго. Я ставлю, а вы смотрите пояснение по ходу. Комплект солнечных панелей, крепления для них, провода, автоматика были куплены в интернете на сайте одной из российских фирм. Солнечные панели производства России, какое у них качество, я не могу сказать, потому что вижу их первый раз. Грид-инвертор обычный китайский на 600 ватт, также без лимитера, так как я уже ранее говорил, потребление этого домовладения будет перекрывать полностью выработку в самый даже солнечный день. Расположение участка и строение позволило расположить панели на крыше, и направление чуть-чуть на восток, чуть-чуть на юго-восток. Ну, я думаю, что 80% возможного эти панели и их расположение будут снимать. Каждое крепление герметизировал. Сложности вызывало изначально это как раз таки попасть в деревяшки, которые идут, так как при изготовлении кровли изначально не были во все деревяшки вкручены саморезы. Поэтому были такие моменты, что найти деревяшку под металлочерепицей было сложно. Но всего лишь одно отверстие я сделал неправильно, но загерметизировал его черным кровельным герметиком. Работы были произведены, соединение панели было введено в помещение, подключены через автомат, далее к грид-инвертору, и уже почти на закате, когда я закончил работу, включил грид-инвертор, и он показал 40 ватт. Вот сейчас вы видите, где находится солнце в этот момент, где вот стою я, моя тень. Также видно, то есть буквально ровно в бок с панелем в этот момент падало солнце. Вот вы посмотрели, еще раз повторю, используйте альтернативу там, где это можно и нужно делать. На этом видео кончается. Лайки, дизлайки, подписки. Всем пока!